Активно вовлекать молодежь, развивать государственный язык и создавать новые коммуникационные площадки. Об этом говорили сегодня на 26-м заседании Ассамблеи народа Казахстана в Алматы. В мероприятии приняли участие аким города Ербулат Досаев, члены АНК, общественники и депутаты Маслихата. Собравшиеся обсудили дальнейшие планы и работы в соответствии с поручениями главы государства. Основным направлением деятельности Ассамблеи будет поддержка молодежных проектов, формирование нетерпимости культурной, этнической, языковой дискриминации. В свою очередь, аким Алматы отметил необходимость активного вовлечения организации во все проекты, направленные на развитие города. У нас работает совет аксакалов, который разъясняет молодежи цели и задачи нашей страны. Ну а какая, на мой взгляд, самая большая цель у казахстанской молодежи? Да? Ей надо объяснить, что кроме молодежи в Казахстане никого нет, кто будет управлять этой страной через какие-то 10-15 лет. Планов всегда очень много. У каждого этнокультурного центра есть свои внутренние какие-то, которые связаны с сохранением быта, традиций, культуры народа.